Но это совокупность всего, но изначально, безусловно, хороший сценарий, твердый сценарий, в котором четко все по действу, он емкий, он ничего лишнего, да, то есть он, будем так говорить, конкретный. И тогда ты уже под это набираешь хорошую команду, потому что без команды, это как сказать, это как ты отправляешься в кругосветное плавание, и ты не знаешь, какие подводные камни, айсберги могут быть встречены на дороге. И, безусловно, это должна быть проверенная команда людей, которые тебе подставят, где нужно плечо, где нужно, они мобилизованы и быстро среагируют. И, безусловно, они профессионалы своего дела, когда они знают свою работу четко. Поэтому без команды нет. Один режиссер не может сделать ничего. Это не только актеры, но это и постановочная часть, и художники, и гримеры. Это один единый организм в идеале, который слаженно и уверенно работает. Потом, безусловно, еще одна команда – это постпродакшн, когда также, это, как сказать, полдела снять кино. Тут важно еще грамотно его смонтировать и грамотно собрать эту мозаику, потому что у тебя, как сказать, пазлы есть, но из этих пазл надо составить картину.